Приветствую. Как-то на трансляции, по-моему, я показала эти стручки. И это стручки глицинии. Как давно я мечтала о глицинии. У меня есть фильм, что я купила глицинию, но оказалось, это не то. И вот хочу я приступить к стратификации. Боже, невозможно открыть. Сейчас буду пытаться их открыть. Потому что стратификация закалит это растение и даст возможность мне вырастить хорошие ростки. Легко открыла их, думала, записываю видео, а я и не записала. То есть я взяла плоскогубцы, нажала, и очень легко открылись эти створки. Поставлю на сутки, чтобы напитались они водой, потому что сухие, обессиленные семена в холодильнике погибнут. Семена глицинии простояли сутки в воде. Сейчас покажу, как отправить на стратификацию. Я взяла контейнер пластиковый, беру салфетку, можно взять все, что есть под рукой, вата, ватный диск, укладываю. Так, чтобы верхним слоем можно было накрыть. Лишнюю воду надо будет убрать, если она будет. Ну, вроде бы у меня все впиталось. Лишней воды нет. И теперь только достать семена. Вот, по сравнению с вчерашним днем они набухли и выглядят как драгоценные камни на солнышке. Прелесть. Мне кажется, кое-где даже что-то проклюнулось. Но, возможно, мне это кажется. Я их устанавливаю вот сюда. Закрываю. Должна быть влажная среда. Закрываю крышечкой контейнер. Можно маркировать. Можно оставить так. Но если больше семян будет, конечно, я промаркирую. Отправляю на 5-6 недель. Раз, два раза в неделю буду открывать контейнер, смотреть, все ли там в порядке. Осмотрели, открыли, посмотрели, нет ли плесени, как себя ведут. И опять, плотно закрыв, отправляю на нижнюю полку холодильника. Сегодня 19 декабря. Значит, где-то в середине февраля, начале февраля я уже могу эти семена достать и посадить. И тогда у меня точно будет глициния, но это в том случае, если они проклюнутся.